в номинации «Самая артистичная семья» на московском областном конкурсе «7 плюс я» победили Максим и Мария Кенни из Ивантеевки, лидеры городского этапа конкурса, знакомые жителям города по июньскому параду колясок, где они также покорили жюри своим задором и артистичностью. У Максима и Марии двое детей. Финал проходил в Чехове. Всего в областном конкурсе приняли участие 18 семей.